Сержант Крапивин, ваши документы. Гражданин Матвеев, а вы слышали о новой системе штрафов? Нет, не слышал. А что я нарушу? А это мы сейчас узнаем. Вот. Что это? Вращайте. Че? Вращайте. Доставайте. Читайте. Не пристегнутый ремень безопасности. Да, да, гражданин Матвеев. Пройдемте в машинку. Друзья, обратите внимание, слева мы проезжаем больницу, но она, к сожалению, не работает. Вот, а с другой стороны, посмотрите, это училище. Оно тоже, к сожалению, не работает. И вот чуть дальше находится пожарная часть. Тоже не работает. А вот слева, обратите внимание, мы проезжаем алкогольный магазин. Работает. Собственно говоря, из-за него и не работает больница, пожарная часть и училище. Вот такие дела. А я напоминаю, что у нас в студии был главный инженер водоканала. На этом наша передача подошла к концу. До новых встреч. Записали? Сергей Андреевич, вы принесли, что мы просили? Как обещал. Горяченько? Обижайте, кипяток. Кипяток, спасибо. Ай, тут, а, тут.